Привет, девчонки! Я вас сразу начинаю снимать уже, потому что это стрим в Инстаграме. Вот, в Украину и в Россию, потому что у меня есть разные подписчики. Как вас зовут? Алиса. Здравствуйте, меня зовут Ульяна. Ульяна, очень приятно, девочки. Вы откуда? Из Латвии. Я из Москвы, из России. Отлично, отлично. Расскажите, как вы сюда попали, почему выбрали эту школу? Буквально пару слов, я не буду вас долго. Я попала сюда вот в прошлом году на ускоренную программу iLevel на 18 месяцев. Ты прямо гений тогда. Не гений, но вот я перешла в январе в эту школу из-за расположения, потому что мне показалось, что Кембридж достаточно хороший город, и я никогда там не была. Поэтому, когда я приехала, меня очень обрадовала вот инфраструктура города. Также я познакомилась с очень многими интересными людьми, поэтому мне очень запомнилась вот эта школа. И в этом году я уже заканчиваю эту школу. Куда ты поступаешь? Я поступаю в Exeter. Ух на ты! Юриспруденцию. Ого, ничего себе! А ты с каким английским сюда пришла, Лиса? С достаточно хорошим, потому что я до этого училась тоже в английской школе. Угу. Но тут он стал тоже гораздо лучше. Конечно. Стоп, тебе Кембридж нравится? Да, нравится. Да, я обожаю этот город, классный. А ты, дорогая, как ты решилась? Меня зовут Ульяна. Еще раз, я учусь на первом году A-Level программы. Я выбрала Кембридж, наверное, потому что мне очень понравился город в первый раз, когда я здесь побывала. Mm-hmm. Я приехала вместе с школьным лагерь, который лагерь я была. Поехала, летний, в позапрошлом году. Он устроил поездку в Кембридж, и мне очень запомнился город. Он очень такой маленький, очень уютный, но при этом, грубо говоря, практически столица. Да, круто. Учебная страны. Тяжело тебе учиться, Ульяна? Скажи честно. Ты первый год на A-Level, это такой себе, наверное, опыт интересный, не самый простой. Это на самом деле очень интересный опыт, и мне очень нравится. Обучение здесь очень погружает тебя, и мне очень нравится то, что ты можешь выбрать сам предметы, которые ты будешь изучать. Что ты выбрала? Я изучаю экономику, географию, математику, высшую математику. Ну ты умняшка. И надеюсь поступить на экономику в будущем. Какие ты будешь университеты выбирать? Наверное, школу экономики? Ну, это было бы очень хорошо, да, я, возможно. Каким английским ты приехала? Вот Алиса приехала с хорошим уже английским, а у тебя как было? Я думаю, что я приехала с довольно хорошим английским, потому что прежде чем приехать сюда, я училась 10 лет в английском школе, в Москве. В Москве, да. Понятно. То есть надо ехать с английским языком. Понятно. Как вам здесь живется вообще? Учиться-то понятно. Вы на бординге живете или у вас здесь есть... Да, в бординге, бординге живете. Достаточно хорошо живется, потому что бординг став очень дружелюбный и всегда помогает, если есть какие-либо вопросы. То есть я всегда могу написать имейл или позвонить просто на staff number, и мне сразу ответят, сразу мне помогут. Поэтому с этим у меня тут не было никогда проблем. И коллектив тоже очень дружелюбный, поэтому... Вы по одному живете или по двое в комнате? Можно выбирать либо по одному, либо по двое, но я лично живу одна. Одна? Вот. Ну да, ты уже взрослая, да. Все в 12-13 живут, а ты как? Да, я тоже живу одна. Мы можем выбирать несколько бордингов, в которых студент может жить. Он может жить прямо на базе школы. Вот. Да, мы там были, кстати. Да, и есть еще три. Да, еще три бординга, да. Вот, я живу в Пюрбике, он ближе всего находится здесь, а в следующем году, скорее всего, перееду в Тайпус. Угу. Спасибо вам огромное, спасибо. Девочки.